Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 ноября. Память святых мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Фактовия и Никтополеона. Святые мученики Аттики и Евдоксии, царствования Деки, состояли воинами в городе Севастии вместе с Катерием и Истукарием. Святые за распространение веры во Христа были схвачены полководцем Маркелом, который предал их многочисленным мучениям. После того они были ввержены в темницу, где были биты по плечам и по чреву воловьими жилами, и затем им были сокрушены зубы. Во время мучения полководец, обратившись к святому Катерию, спросил: «Ты научил народ не слушаться царских повелений?» «Я не учил народ, — ответил он, — противиться царю, но научил веровать бессмертному царю Христу». После сего были приведены святые Истукарий, Фактовий и Никтополеон, которые исповедовали Христа Бога, за что были осуждены и биты кольями, а также претерпели и другие многочисленные мучения, и, наконец, вместе с другими были осуждены на сожжение. И так о Господе скончались». Нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.